Готовим белковую глазурь для пряников. Для этого нам нужно белок, сахарная пудра, крахмал и лимонный сок. В миску добавляем сахарную пудру, крахмал, и белок. Перемешиваем. Перемешали венчиком. Далее взбиваем миксером. Добавляем лимонный сок и взбиваем еще минуту. Глазурь готова. Берем небольшое количество и будем ее окрашивать. Сейчас глазурь очень густая. Потихонечку добавляем воду и перемешиваем. Для контура нам нужна вот такая густота. А для фона добавляем еще чуть-чуть водичку. Глазурь готова. Будем рисовать пряники.